Новосибирские нейрохирурги спасли жизнь пациентки с опухолью мозга. За помощью она приехала из Уфы. Случай настолько сложный, что медики в ее родном городе не рискнули за него браться. Уникальная операция длилась больше 5 часов. Екатерина Стывко с подробностями. Дотянуться с закрытыми глазами до кончика носа. Врач проверяет координацию движения Оксаны Костусенко. Нарушений нет. Мозг после операции функционирует нормально. Женщина вспоминает, симптомы болезни проявились внезапно. Придя с работы, я легла спать, но, видимо, очень сильно устала. И где-то в 5 часов утра у меня начался эпилептический приступ. Обнаружила меня мама. Вот. И вызвала, конечно, скорую. Привезли меня в реанимацию. Откачали. Больше недели в больнице. Обследование. В Уфе Оксане сделали МРТ. Обнаружили новообразование в мозге. Это снимок МРТ пациентки до операции. Врачи говорят, случай действительно тяжелый. Дело в том, что опухоль располагается сразу в двух полушариях, причем большая часть с левой стороны. У опухоли нет четких границ, и она неправильной формы. Размер опухоли почти 8 сантиметров. Врачи из Уфы оперировать отказались. Решили, слишком высок риск. Оксана начала искать нейрохирургов по всей стране. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Выбор пал на клинику Мишалкина. То есть я предполагал, это больше опухоль низкой степени злокачественности, поэтому операция имела смысл и имела перспективы, и за таких пациентов нужно бороться. Операция длилась больше 5 часов. С помощью нейронавигации врачи разработали точный маршрут до опухоли и план по ее удалению. Миллиметр за миллиметром выжигали видимые части новообразования. Это открытое микрохирургическое вмешательство. То есть мы делали краниотомию, мы выпиливали окошечко, его поднимали косточку, потом работали. И после завершения операции все вернули на место. Мы работали очень аккуратно. Мы сохранили все сосуды, которые шли по поверхности опухоли или через опухоль, чтобы не нарушить кровообращение в смежных участках мозга. Удалили большую часть опухоли, а по тем очагам, которые остались глубоко в мозгу, будут бить лучевой терапией. Ради процедуры Оксана вновь приедет в Новосибирск. Жизнь пациентки сейчас вне опасности, чувствует себя хорошо и уже даже планирует выход на работу. Екатерина Стывко, Александр Миняйло. Новости ОТС.